Здравствуйте, ребята. Сегодня хочу разобрать. Я вам показывал несколько вариантов паса R1 плюс X, которые приводят к успеху такого уровня, как Хачи Чемпионс первый дивизион, когда вам тяжело прорваться к воротам, нужно что-то выдумывать. Я сейчас вам покажу второй пас, мой любимый. Он называется R1 плюс X. Его нужно делать близко к борту. Вот это далеко. Можно за пределы арены выбросить. Я вообще прижимаюсь вплотную к борту, практически вплотную, и левым скилл-стиком направляю левым скилл-стиком, куда я хочу делать пас, я целюсь в борт или в стекло. В стекло целится. И справа нажимаю R1 и R2. У меня есть на канале видео все финты NFL 23. Там это разобран финт в компьютерной графике, что нажимать. Но смысл, вот я уже показывал, но давайте еще раз покажем. Прямо в игре. Вот меня атакуют под давлением, да, все время прессингуют в зоне, мне не выйти. Посмотрите. Вот одного игрока держит, и если он пройдет, и если пас отдадут, вот этот 27-й будет держать второго игрока. И этого, в общем, тут ничего не сделать. И я беру, просто нажимаю целюсь в борт, нажимаю R1 плюс R2 и бросок. И вот такой, смотрите, вот, это сознательное. Вот передача, видите, шайба летит в борт. Или в борт, или в стекло. И защитник тупит. Боты тупят здесь, ничего не понимают, что происходит. А мой игрок дальше. Ну, вы-то игроком управляете, вы-то понимаете, что будет. Вот здесь бот тупит и соперник тупит. Он шайбы не видит, не понимает, где она, что происходит. А вы дальше вперед бежите. Вот имейте в виду. Когда уже соперник. Вот шайба на льду, вот он ее увидел около льда. Все, уже поздно. Видите, я всех обогнал. Все. Я обогнал всех, естественно, это гол. И тем более ник Сузуки. Вот, так что вот этот пас, конечно, шедевральный. Вот эти пасы R1 плюс X или вот этот второй вид паса через борт. Прямо на крышку приземлилась. Так что так. Все, ребята, используйте этот пас. Обучалка в видео у меня, как делать все финты NFL 23. Все, пока-пока. Пока. Это, кстати, во втором дивизионе было сделано. Пока.